Брать збажину хутка і без страт, як показує практика, гэтую простую, але важную істину хлебаруба адкрытага акціонернага таварыства «Парахонская» напэўна засвоілі лепш за ўсіх на Пільшыні. 3,5 тысячы гектараў складае сёлета земляны надзел зернебабовых культур у гаспадарцы, і ўжо на палове з іх ураджай сабраны. Урожайнасць 49,6, што на где-то на 5 центнеров выше, чем в прошлом году. Хлеба выросли хорошие, мы применяли много микроэлементов, аминокислот на зерновых, на кукурузе закладывали опыты, на рапсе то же самое. И влаги в этом году немножко достаточно, но урожай в этом году лучше. Больш за 7% плошчы зерневых убіраюць у Парахонскім штодня. 23 камбайны, каля 20 машын на адвозцы. Восьмы сезон запар працуе на ўборцы Сергей Шпакоўскі, 18-гадовым юнаком. Атрымаў ён камбайн, і вось ўжо каторы год разам з братам рупіцца на жніве. Сёння помощник в этом сезоне на отвозе у меня. Вот на своя машина и трудимся так. Тяжело, что большое время находишься на поле постоянно. Тяжело одному. Брат отвозит, а я молочу, у нас получается. И он работает, и я, и сам целый день. Так мы раньше на смену работали. Один отдохнет, помолотит, второй помолотит. А сейчас все тяжело очень. Поделены на 4 звена, как я говорил. На отвозе где-то 18 машин у нас. Ну, в принципе, есть дальние поля, и 20 километров возить. Ну, в принципе, справляемся. Комбайны не подготовлены хорошо практически, не мало поломок, отремонтировали хорошо, уборка идет пока слажена. И это не глядишь на то, что поздняя и весна, и холодное лето унесли свои коррективы. Уборка спозднилась на 10-12 дён, як и нарыхтоўка кормов, выниками якой покуль не крыўдуют парахонцы. Холодная весна, урожай сенажа с первого укоса мы немножко не добрали, но мы посеяли пожнивных. Более 500 гектаров. С кормами мы выйдем хорошо. Кукуруза тоже у нас отличная, можно сказать. Ну, весенние заморозки немножко подморозили и кукурузу, и зерновые. Ну, рапс на некоторых участках давал до 44. Каля 42 тысяч тонн збожжа собрали аграры Пиншины уже сегодня. Средняя урожайность по районе 31,6 центнеров с гектара. Это трохи ниже минулогодних личбов. Что дня господарки Пиншины убирают у среднем каля 5% от запланованного. Мария Кобец, Ирина Никитина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».